Егорские общественники призывают жителям округа не верить фейкам о специальной военной операции на Украине. По словам активистов, сейчас в социальных сетях и телеграм-каналах под видом достоверных сведений распространяется много ложной информации. И проверить ее иногда очень сложно. Общественники советуют критически относиться к таким сообщениям и смотреть официальные источники информации. Кроме того, сейчас в России заработали специальные сайты, на которых можно проверить достоверность тех или иных сведений. Например, войнасфейками.рф. Если вы узнаете информацию, что Центробанк поднимает ставку, еще что-то, вы зайдите на сайт именно Центробанка Российской Федерации и посмотрите там информацию. Если какая-то информация, связанная с военнослужащими, также можно зайти на сайт Министерства обороны Российской Федерации и туда позвонить. Также со всей другой информацией можно прям проверить в правительственных источниках. Вот. А так в целом советую соблюдать спокойствие.